Традиционный праздничный парад 9 мая отменен из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Однако по решению руководства республики каждого ветерана персонально поздравили главы администрации. В этот праздничный день исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Юрий Хагуш вместе с сотрудниками администрации района посетили ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Спасибо. Здравствуйте. Глава администрации Юрий Львович. Это вам от администрации президента. Спасибо. Отлично. Города, от спасибо, города. Спасибо, спасибо, ребята. Здоровья вам. Спасибо. Будьте здоровы, всех благ вам. Мы очень горды, что вы у нас есть. Всего да, сейчас хорошего. Забота о ветеранах во всем деле видно, заметно. Да. Так что спасибо за то, что вы внимательно смотрите все это дело. Это приятно для души, для сердца, конечно. Здоровья, счастья, благополучия, всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Поездка состоялась по 8 адресам в населенных пунктах района, где проживают ныне здравствующие ветераны Гурген Назарян, Айкара Манукян, Константин Микава, Анна Михайлова, Николай Толстых, Степан Вяткин, Мария Ломакина, Алексей Ягупа. В ходе визитов Юрий Хагуш тепло пообщался с каждым ветераном. Встречи прошли в очень дружественной обстановке. Ветераны встречали гостей в бодром настроении и с радушием. Были открыты к общению, делились воспоминаниями, благодарили за оказанное внимание и поддержку. Исполняющий обязанности главы района интересовался состоянием здоровья, условиями их проживания, нуждами и проблемами ветеранов. Не растерявшего чувства оптимизма и юмора бывалого фронтовика 98-летнего Айкара Манукян застали в окружении всех поколений потомков, от детей до правнуков, приехавших поздравить своего дорогого дедушку. Днем победы! Спасибо! Здоровья вам крепкого! Спасибо, дочка! Спасибо. Это вам от администрации президента подарок, это от администрации города Гагра. С праздничком, дорогой наш зэпский ветеран. Потом всех благ, здоровья, радости, долгих вам лет жизни. Все то, что вы прошли, все тяготы той жизни, вы перенесли через ваши плечи. И дай Бог, чтобы будущее поколение Абхазии оправдали все то, что вы сделали. Это от Бзырской администрации. Здесь 5000. Цветы и подарок. Что вы были всегда могущественны, как наши горы, и быстры, как наши реки. Ветераны обеспечены достойными условиями. Рядом родные и близкие, осуществляющие должный уход за ними, нуждающимися в ежедневной заботе в силу преклонного возраста. Ветеранам Великой Отечественной войны уже за 90 лет. В этот день из уст старших звучали проникнутые мудростью мысли и пожелания. Исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Юрий Хагуш передал ветеранам конверты с деньгами от руководства страны и администрации Гагарского района. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах, в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17,5 тысяч человек. На сегодняшний день в Гагарском районе проживают 9 ветеранов Великой Отечественной войны.